Постоянный перепад температур и повышенная влажность – серьезное испытание для древесины. С одной стороны, такие условия влияют на геометрию вагонки. С другой стороны, увеличивается вероятность биопоражения древесины. В компании Goodhim разработали особый пропитывающий лак для бани и сауны, который предотвращает разбухание отделки, препятствует образованию трещин. Лак от компании Goodhim, так же как и масло, глубоко проникает в волокна древесины. Он играет важную роль в процессе уборки, обеспечивая водоотталкивающую пленку. Грязь не проникает вглубь древесины и легко устраняется. Продукт наносится в два слоя. Для более глянцевого эффекта возможен третий слой. Полное высыхание происходит через 24 часа. Еще через несколько часов после этого можно прогревать помещение. Баня сверкает чистотой вместе со средствами бренда Goodhim.